течение уже нескольких недель проходит комплекс мероприятий по переводу бригады с мирного на военное время. Отработаны вопросы призыва, снятия техники с хранения, перемещение личного состава бригады в условные районы, исходные районы. В частности, выведены личный состав всех подразделений бригады на полигоны, различные полигоны, не один полигон, на различные участки местности. Подняты все запасы материальных средств, соответственно, перемещены в районы сосредоточения. То есть бригада автономно себя содержит и выполняет боевые задачи. Помимо этого проведен широкий комплекс мероприятий или полный цикл мероприятий боевого слаживания. От одиночной подготовки до слаживания бригады. Через несколько дней бригада завершит выполнять задачи по плану учений, и можно будет детально уже поставить точку, и после чего будет проведен глубокий анализ всех, скажем так, этапов этой проверки. Будет определено, что у нас получилось, что не получилось. После этого будет доклад главе государства. Ну и соответствующие корректировки какие-то, которые необходимо будет ввести уже в дальнейшем в подготовку и содержание воинских частей, будут, соответственно, внесены. Военнообязанные запаса, которые сегодня находятся в окопах, выполняют задачи, относятся к этому с пониманием, для чего их призвали. Ведь защита нашего Отечества – это всенародное дело, и они понимают. В случае необходимости, действительно, весь народ должен встать будет на защиту и защитить свою землю. Но об этом говорилось уже не раз.